Всем большой привет! Меня зовут Юля, рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, спасибо за лайк. Сегодня с вами идем в магазин «Светофор». Это город Курск, улица Карла Маркса, 77. Уже одна часть была отсюда, смотрите предыдущий ролик из «Светофора». И мы сегодня дальше ищем новинки, смотрим ассортимент. Всем желаю приятного просмотра и бюджетных покупок. Давно не видела уже по «Светофорам» вот такие полки угловые, двухсекционные. 222 рубля они стоят. И, конечно, я думаю, что выдержат они шампуньку, мыло, какой-нибудь кремушек. Здесь еще два крючка внизу есть. Две полочки таких. В принципе, они не особо гнутся, сказать, чтобы совсем, знаете, хлюпенькая. Нет. Есть сразу дюбеля, все, что нужно, весь набор, чтобы подвесить данную полку. И их много. Видно, вот что их завезли прямо. Жаровня с крышкой, 487 рублей. Давно их, кстати, не видела тоже. Разбирают. Разбирают и хвалят. Вы пишите, конечно, свои отзывы о продуктах и товарах, которые сегодня я буду показывать. Сделана в России. Алюминиевая посуда с антипригарным покрытием. Ручка стеклянная, точнее крышка. И есть отверстие для выхода лишнего пара. Сковорода литая, с антипригарным покрытием. И немножечко вот такой вот, как под гриль она сделана. 26 сантиметров в диаметре, 672 рубля она стоит. Тоже давно их не видела по «Светофорам», а здесь они есть. И достаточно много. Ланчбоксы в наличии, 3 контейнера в наборе. 182 рубля. Отличные у них застежки, которые клипсы. И здесь вот они есть открытые, в открытом варианте. Самый бокс большой, потом поменьше, и внутри него еще меньше. Кстати, девчонки, вот эти столики, подставки универсальные, точно-точно такие, привезли фикс прайс, и стоят они, по-моему, 300 или 250 рублей. Здесь они стоят 157 рублей, поэтому не переплачивайте. Знаете, что в «Светофоре» они намного дешевле, и абсолютно не стоят того, чтобы купить его в фикс-прайсе. У нас я пока не видела, но у девчонок из других обзоров, да, видела. Очень удобно деткам рисовать, почитать что-нибудь. Здесь можно канцелярские принадлежности сложить, ручки, карандаши, фломастеры. А здесь у нас чашки появились снова по 48 рублей. Они керамические на 340 миллилитров. Здесь стандартно вот эти вот расцветки. И еще вот такая синенькая. Но очень и очень давно их не было. Сейчас или достали из закромов откуда-то, или снова завезли их. Думаю, что завезли, потому что короба, смотрите, стоят. И сзади тоже короба. Тарелка овальная от Luminarc. Это опаловое стекло. 58 рублей, 22 сантиметра она. Эмалированные кастрюльки под 380 рублей. Хорошо их очень разбирают, они с крышкой. Бюджетная цена на 4,3 литра. Торфяные горшочки. 34 рубля, 20 штук, 8 на 8 сантиметров. Всесезонное удобрение по 179, также восстановитель почвы 175, показывала вам их уже ближе. Грабли агроном премиум 58 рублей. Девочки, что у нас еще из посуды? Сахарница-конфетница за 40 рублей. Вот она, малышка. Далее у нас чашки стеклянные, совсем обычные, по 35 рублей. Посмотрим еще тарелочки. А, вот смотрите, по Шабахче. На Косухино я вам показывала такие темные, а здесь их завезли светлыми. Стоят они 61 рубль, 22 сантиметра в диаметре, с декором с таким. Золотом отливают очень красиво. И это борстекло. Универсальное удобрение 41 рубль. Азот 18% и фосфор 38%. Суперфосфат двойной. Рядом лежит биоактиватор для дачных туалетов.
34 рубля 40 грамм. Устраняет неприятный запах, уменьшает объем отходов, подавляет болезнетворные бактерии. Декоративный заборчик. 236 рублей, трехметровый, бабочка в цветах. Есть в красном и в желтом. Глубокая белая тарелка от Luminarc. 54 рубля, опаловое стекло. 18 сантиметров в диаметре. Малыши-салатнички еще есть. Цену я, к сожалению, на них не нашла. Но они такие маленькие, 11 сантиметров. Белые, чисто-чисто белые. Набор детской посуды в ассортименте 197 рублей. Кружка, салатник и тарелка входят в комплект. Разные персонажи могут быть. Вырезаются сзади картинки, которые можно раскрасить. Кувшины стеклянные за 98 рублей на литр и 7. Очень хорошие отзывы, все очень хвалят. Поэтому, видимо, их и завозят в таких количествах. Парники 218 рублей, легкосборный, 5 метров на 0,8 и на 0,8, со спандексом и соединителями. Шланги под 327 рублей, однослойный, 20 метров. Сетка садовая, метр на 10, 399 рублей. Вазы для цветов стеклянные, 91 рубль, 23 сантиметра. Немножечко они будут разные по декору. Все это в окошке можно просмотреть и увидеть. Побелка для садовых деревьев, концентрат, универсальная. 51 рубль на 1,4 килограмма это ведро. Кукуруза какая-то новая. Сахарная сладкая кукуруза, 35 рублей, 425 миллилитров. Россия, Краснодарский край, ее производит. Комод, здесь он у нас в собранном виде, сейчас вам его покажу. 2250 рублей. Смотрите, сразу размер 80 сантиметров на 78 на 40. И вот он стоит на три ящика. Ящики без ручек. Внизу самый большой ящик, самый глубокий. Что-то не очень хочет заезжать. И сам каркас вот такой вот темного цвета. Мебели здесь много. Стол универсальный, 709 рублей. Далее стол обеденный на металлокаркасе, стандарт, 1407 рублей. Очень красивый цвет, он не темный. Не светлый, такой средненький. И красивые ножки в собранном виде. Мы его с вами смотрели не раз. Но здесь вот такой вот цвет. Ковры. Есть темно-коричневый, но по сравнению вот с этим он будет точно темный. Есть вот такой вот светленький. Стандартно у нас две расцветки эти по светофорам. 449 рублей. Полиамид, размер 0,8 на 120. Бежевые и серые цвета указаны. Супер раскраски по 49 рублей, 64 картинки. Для девочек и для мальчиков здесь есть, я уже посмотрела. И 50 рублей, я считаю, абсолютно недорого. Давайте, к примеру, посмотрим, что там внутри. Вот такие вот крупные персонажи. Герои. Много всего для деток, но это все мы уже видели. Я покажу вам просто общим видом. Игрушки, мозаики. Для малышей даже есть кубики логические. Сладкие свитбоксы внизу с игрушкой. Печенье песочное в кокосовой стружке. Кило 300 здесь. 242 рубля. Очень мягкие, очень свежие и очень вкусные. Рекомендую, попробуйте. Там внутри вареная сгущенка. Набор мельниц здесь также есть. 228 рублей. Вот такой набор. Я бы даже сказала, что он подарочный. 7 перцев. Приправа для курицы, приправа для итальянской кухни. Приправа универсальная и морская соль.
приправа мельница есть еще вот такая одиночная для курицы. 41 рубль, кстати, стоит. И смесь чили-перцев. 40 грамм в каждой из этих мельниц. Я такую брала себе, мне очень нравится. Из строя пока не вышла. Как обычно, просто горы сладостей. Но пока новинок больше не вижу. Но иду в поисках новинок, конечно. Холодильник тоже хочу посмотреть, заглянуть. Может, и там что-нибудь новенькое появилось. Вот вкусный очень микс вот из этих вот сладюшек. 115 рублей. Но я хочу сказать, что это как зефир идет. Здесь стоят холодильные камеры у нас в зале. Что у нас здесь есть? Это у нас скумбрия по 130 рублей, уже фасованная. Наггетсы рыбные по 110 рублей. Они килограммовые, и в состав входит путасу, лук, соль, сахар, перец черный молотый, сухари и вода. Путасу, кстати, тоже есть фасованная, килограмм 98 рублей. Хек по 201 рублю. Люля-кебаб килограммовый, 98 рублей цена. Хотела состав вам почитать. Мясо птицы, кожа птицы, лук растительный, белок, рис, соль, вода, смесь специй, перец черный молотый, перец душистый и чеснок. Это люля-кебаб. Наггетсы оригинальные какие-то есть, они другой формы. Эти, наверное, да, они мясные. Оригинальные, 79 рублей. Давайте сейчас состав почитаем. Мясо птицы, кожа птицы, пшеничная клетчатка, растительный белок, соль, вода питьевая, смесь перцев, перец черный, перец душистый, чеснок, кардамон, кориандр, паприка, сухари панировочные, мука пшеничная, вода, соль, дрожжи. Вот так вот они выглядят. Сытные пельмени, вареники также есть. Пельмени сытные, вот они, килограммовые, 96 рублей. А вареники картофельные, 45 рублей 900 грамм. Вот здесь какие-то котлетки совсем не очень по цвету. Любительские они называются, килограмм 71 рубль. Круассаны. Так, тут больше ничего не вижу из новинок. И здесь у нас шампиньоны резаные по 121 рублю. Вот они. Ого, сколько с другой стороны наледи. Это у нас мексиканская смесь. 86 рублей килограммовая. Сырники жареные. А здесь у нас овощи замороженные. Фасоль стручковая. Фасоль 88 рублей килограмм. Сырники 150 рублей. И смесь овощная замороженная тоже у нас здесь есть, но цену не вижу на нее. Появилось мороженое экстрем со вкусом трюфеля. Вот такое. 28 рублей. Кстати, это очень дешево. 85 грамм. Его здесь так много. Очень вкусный вот этот десерт. Кремовый зефир маршмеллоу. 70 рублей. 200 грамм. Кто не пробовал, попробуйте. Но вкусняшка это просто невозможная. Состав здесь у нас глюкозный сироп, сахар, вода питьевая, сухой яичный белок, ароматизатор ванильно-сливочный. Более ничего не добавлено, но это вкусняха просто. Есть ложкой можно добавить в кофе, украсить десерт и намазать на хлеб. Ням-ням. Давайте смотреть, что у нас тут есть новенького, да и старенького в холодильнике. Ассортимент полный, все чистенько, стоит все ровненько, приятно находиться в этом магазине. Икра лососевых рыб, имитированная, 135 рублей, 450 грамм. А вот это вкусно, кстати, можно иногда намазать на бутик, 20 рублей, 200 грамм. Тоже имитированная икорочка в соусе. Паста из морепродуктов. Крем-фиш 75 рублей. А что же сюда у нас входит? 270 грамм здесь, но так мелко написан состав. В общем, это кальмарчик у нас.
И, наверное, все тут кальмарчики, да. Это мы с вами видели. Под шубой лисья шубка, салатики. Какая-то капуста появилась, смотрите. Маринованная со свеклой и чесноком. 51 рубль. И что у нас здесь еще о нем известно? Тамбов производит. 5 марта сделано. Это, кстати, новинка. Появилась также икра ментая, соленая, не пастеризованная. 33 рубля, 120 грамм. Кто у нас тут производит ее? Давайте смотреть. Нижний Новгород. Шейка по-царски, 182 рубля. В спайке, категория Б. 200 грамм здесь. Кстати, тоже есть чипсы. Мясные классические, 127, 150 грамм. Напишите, интересно, пробовали кто-нибудь их? Я еще пока нет, не дошла до них. Бекон. Про бекон вы знаете, как я к нему отношусь. Именно к этому здесь он очень вкусный. Мы его часто берем. 114 рублей. Категория В. Но здесь, потому что он сам бекон. Он такой, как бы, и должен быть. Типа мало мяса, наверное, поэтому. Разные колбаски. Здесь у нас какая? Московская ГОСТ. Колбасное изделие варено-копченое. Категория А. 368 рублей. Какой-то новый продукт, я его еще у нас не встречала. Буженина фирменная запеченная или запечатанная, высший сорт. 202 рубля, давайте смотреть. Тяжелая палочка. Где-то палка выходит на 280, но вам не нравится, как я говорю, палка, ну батон, да? Батон пусть будет. Хочу посмотреть, что здесь вообще по составу. Если с вами увидим, давайте я вот так поближе вам покажу. Масло сливочное, традиционное, сладко-сливочное, не соленое. 500 грамм здесь, высший сорт. Массовая доля жира 82,5, 102 рубля стоит. Давайте смотреть, кто производит у нас. Россия, Московская область, Раменский район. И что у нас по составу? Пастеризованные сливки из коровьего молока. И вот такое еще масло. Вот такое вот мы брали. Вкусное, могу сказать. Высший сорт, крестьянское, 72,5. 85 рублей. Друзья, все новинки вам на сегодня показала, поэтому свой обзор буду заканчивать. Надеюсь на лайк. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Берегите себя и близких.